Скорбные дни православных христиан. Неделя перед Пасхой называется Страстной. В течение 7 дней верующие соблюдают строгий пост и вспоминают последние дни земной жизни Христа. О значении Страстной седмицы в жизни прихожан рассказал запорожский правящий архиерей. Неделя скорби и покаяния. 7 дней до Пасхи особенно важны для любого верующего человека, говорит архиепископ Лука. Православные день за днем вспоминают последнюю неделю жизни Иисуса Христа на земле, пытаясь укрепить свою веру и очиститься от грехов. Все 7 дней считаются великими. В храмах области проходят службы, каждая из них особенная. Например, завтра, в чистый четверг, в Свято-Андреевском соборе пройдет чин омовения ног, который призван всем напомнить о смирении и братской любви. Также состоится церемония выноса и погребения плащаницы. Будут читать страсти Христовые. По словам запорожского правящего архиерея, Страстная неделя – это время задуматься о себе и своей вере. Постарайтесь эту последнюю неделю перед Пасхой Христовой и сораспяться Христу, то есть вместе с Ним пройти этот крестный, страдальный путь, и вместе со всеми встретить светлое Христово воскресенье. В ночь субботы на воскресенье во всех храмах области пройдут торжественные литургии в честь праздника Пасхи. Архиепископ Лука проведет службу в Свято-Покровском архиерейском соборе на Анголенко. Начало в 23:30.